Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Пришла на новую работу, влюбилась в коллегу. Он очень помогал мне. Сначала оказывал знаки внимания, заботился, даже как-то предугадывал что-то. Он старше меня на 5 лет. Мы сходили на пару свиданий, на третьем уже была близость. Он мог утром заехать за мной на работу, через весь город вечером отвезти, понимал намеки. Все, что гладко, я даже стала задумываться о том, что он тот самый. Закрывая глаза на его, на мой взгляд, недостатки. Живет с родителями, на работе его ценят, но он не хочет повышения, потому что ответственность, друзей нет, ему хорошо самим собой, не строит планы на жизнь вообще. То есть живет одним днем, ничем не интересуется, хобби нет, путешествовать не любит. Я тоже, в принципе, без хобби, но живу уже очень давно отдельно от родителей. Пытаюсь больше зарабатывать, путешествовать, строить планы на будущее. У меня есть друзья, мы постоянно куда-то выбираемся, театр, рестораны, небольшие поездки. Я влюблена в него и думала, что с этим можно жить. Тем более он всегда отпускал меня с подругами и не против был, даже если я поеду куда-то, меня это устраивало, потому что после моих предыдущих отношений мне казалось, что он проявляет очень большую заботу. Но как-то он сказал, что ему очень сложно часто со мной видеться. А виделись мы 2-3 раза в неделю у меня дома. Потом в одни выходные он отпустил меня с подругой и даже не поинтересовался, когда я была дома, написал почти через сутки. Последним звоночком было то, что не виделись. Долго он вообще не стал мне писать звонить, лежал дома и смотрел сериал весь вечер. В общем, ситуация такая, что он решает свои дела, а в свободный день недели хочет приехать ко мне. Я чувствую, что не близка этому человеку, что он на старте отношений не стремится побыть со мной, узнать обо мне, сделать что-то приятное. Пару месяцев вместе, а когда он приезжает, я чувствую рутину, никакой романтики, конфетно-букетного периода не было. Я очень мучаюсь, что позволила близость, что так быстро на все согласилась. Мы работаем вместе, я не знаю, как мне теперь работать, понимаю, что нужно поговорить, но не хочу это делать первой. Он хороший человек, но я ему не нравлюсь. Подскажите, как мне не чувствовать себя использованной и что ли легко доступной? Вообще у меня не складываются отношения, меня унижали, бросали, этот показался воспитанным и правильным, и мне он понравился. Но это же ненормально, когда молодой мужчина может променять вечер с девушкой на сериал. Ну, давайте мы с вами начнем, пожалуй, с вашего вопроса, да, как не чувствовать себя использованным. Здесь, наверное, несколько есть компонентов. Первый компонент – это стыд и работа со стыдом. Второй компонент – это ответственность, личная ответственность ваша. И работа уже непосредственно с личной ответственностью, как мне кажется. Значит, что такое стыд? Стыд, вообще говоря, это история про борьбу. Вашего образа, привычного вам, с тем, какая вы на самом деле. Тому, как на самом деле вы, по всей видимости, другая. И, соответственно, вам необходимо вот этот момент принять, что вы не такая, какой о себе думаете, вы другая. А не хуже, не лучше, а просто другая. Понимаете? Это первый момент. Второй момент. Я думаю, что факт того, что вы чувствуете себя
использованы, во многом связан с тем, что вы сейчас полагаете, что то, что между вами произошла близость, нужно только мужчине. И связано это с тем, что а вы-то, вы близости не хотели. Вы хотели чего-то другого. То есть вы, соглашаясь на близости не хотели. Вот такой вот парадокс. То есть, по сути, обманывали сами себя. Здесь. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Вы говорите о том, что ненормально, что мужчина, значит, меняет вечер с девушкой на просмотр сериала. Вот. Ну, однозначно сказать сложно, потому что все люди разные, и вот ваш мужчина готов это сделать. Вот. Зачем пытаться какие-то рамки и стереотипы, ну, в данном случае, навязывать. Для чего? Другой вопрос, как это задевает вас? Понимаете, да? Потому что, ну, если вас это задевает, то нужно работать с вашими эмоциональными, как и сказал мой коллега, трудностями. Вот. Молодой человек ваш здесь ни при чем. Вот, если ему сложно, ну вот, сложно ему с вами встречаться, он об этом говорит, в принципе, хорошо, что говорит об этом честно. Вот, мог бы, в принципе, честно об этом не говорить. Вот. Что глобально? Глобальная ситуация следующая. Вас унижали, бросали, помимо того, что это травма, да, вы обладаете некой жертвенностью, потому что вот, как вы, ну, сами сказали, что хотите поговорить, но не хотите говорить первой. Вот. Знаете, то есть, ну, вы задайте себе вопрос, почему так? Я хочу поговорить, но не хочу говорить первой. Вот. То есть, иными словами, здесь про что? Что я не беру ответственность за свои желания. К сожалению. И вот вам необходимо учиться брать эту самую ответственность за свои желания. Вот. Отвечать за них. Вот. Брать ответственность за свои чувства, а не намекать. Понимаете? То есть, вполне вероятно, что у вас с этим мужчиной ничего общего нет. Судя по тому, как вы отношения выстраиваете.
А просто вас покорил человек именно отношением к вам. Но это же не отношения, когда у людей вот общего практически нет. То есть то, что вы описываете, да, вы описываете вот больше, ну как бы, что вот у него к вам хорошее как бы отношение, да, вы описываете, что он вот хорошо к вам относится, и поэтому вы, собственно, как бы с ним, вот. Но этого мало для отношений. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть вопрос личных границ, есть вопрос того, как вы воспринимаете личные границы, есть вопрос того, что для вас личные границы, есть вопрос того, всегда ли вы их чувствуете, потому что, ну вот, есть, что называется, сомнения относительно этого. Вот. Понимаете? Отдельно хочется сказать, что вы не задаете вопроса. Вот. То есть вы спрашиваете просто, как мне не чувствовать себя использованной или легко доступной. Это та самая, тот самый, точнее, вектор аутоагрессии, который у вас присутствует. И именно аутоагрессия является, по-видимому, основным моментом того, как складываются у вас отношения с мужчинами в целом. Вот то, что вы, по сути дела, ну, вот с одной стороны, да, получается, свои потребности игнорируете. Ну, вот с одной стороны, вы игнорируете свои потребности и свои желания. А с другой стороны, вы, ну, как бы за них с большим, на мой взгляд, трудом берете ответственность. Вот. Считая, что если вы переспали с человеком просто так, то вы легко доступны. Здесь дело не в легко доступности, особенно если вы хотели с ним переспать. Здесь дело именно в том, было ли это вашим желанием. Вот. Если было, то какая разница? Понимаете? Поэтому тут вот не все так однозначно, как кажется. И, соответственно, с этими моментами, опять же, как мне кажется, нужно работать вам в первую очередь. А дальше уже будет видно, в каком направлении вам двигаться. Вот. Но сначала, конечно, нужно вот поработать именно, значит, вашими конфликтами, вот, которые у вас имеются, скорее всего, вот, с вашими страхами, которые у вас
присутствуют. И дальше уже будет более-менее видно. Вот. То есть не воспринимайте вот то, что происходит с вами сейчас, как что-то такое обособленное. Вот. Это не обособленное, а результат того, что вас бросало. Что в свою очередь тоже является результатом вашего негативного сценария жизни. В целом. И все это вместе связано с тем, что вы тотально себя не слышите. Тотально себя игнорируете. Вот. И боитесь брать ответственность за то, что вот вам хочется. Что касается того, что человек вас отпускает и не интересуется вами. Здесь, на мой взгляд, прямо вот, знаете, прям прослеживается некая такая потребность контроля. То есть, если меня не контролируют, да, если меня не нарушают мое пространство, значит, меня не любят. Знаете? И вы удивляетесь, что вас бросали и унижали. Вот. Человека с более гибкими личными границами сейчас вы, скорее всего, и воспринять не сможете. Как-то иначе. К сожалению. Знаете, в чем штука? Поэтому вот нужно тут, я бы сказал, коррекции вносить нужно. Я бы сказал, что нужно вам заняться собой, вот, в первую очередь. То есть, может быть, и хорошо, что сейчас вы ни с кем не говорили еще пока. Потому что вам сперва нужно разобраться в том, что сказать. Вот. Понимаете, да? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Обратите внимание, что вы закрываете глаза на недостатки мужчины не просто так, у этого есть основания. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.